Антон Шипулин выиграл спринтерскую гонку на 6-м этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Анхольце. 10 километров с двумя огневыми рубежами россиянин преодолел на хорошей скорости и без единого промаха. На 12,8 секунды с одним штрафным кругом отстал от Шипулина норвежец Эмиль Хегли Свенсен. На 3-м месте Яков Фак из Словении. В десятке лучших еще один наш биатлонист Евгений Гараничев. У него 5-е время.